Attention, messieurs, voici la dernière question de notre jeu. Je rappelle que le gagnant remportera 1 million d'euros. Vous êtes prêts? Oui. Qui figure, je répète, qui figure sur les billets de 100 $ américains? Benjamin Franklin. Comment? Benjamin Franklin? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Désolé, peut-être que votre voisin sait. Benjamin Franklin. Oui, Benjamin Franklin. Bravo, vous gagnez 1 million d'euros. Non, il y a juste 15 ans, Benjamin Franklin. Yeah. Yeah. Oh, это сон был. Страшный сон. Ансельм. Срочно научи меня, пожалуйста, правильно произнести этот ужасный звук. Бенджамин. Успокойся. Сейчас объясню. Сначала улыбаемся. И. Произносим звук И. И. Отлично. Теперь чуть-чуть опускаем челюсть и мягкое небо. Как мы делали со звуком О в прошлый раз. Попробуй. Yes! Получается! Ну супер! И теперь попробуй сказать Бенджамин Франклин. Бенджамин Франклин. Oui! Теперь я готов участвовать в игре, чтобы выиграть 1 000 000 евро. Не хочу тебя разочаровать, но это все у тебя было во сне. Это несправедливо. Зато теперь ты умеешь произнести звук А. А вы сможете сказать Бенджамин Франклин? Попробуйте и напишите в комментариях о своих успехах.